Всем привет, с вами Айдарин 105, и как видите, это летсплей игры Крестный Отец 2. Так-то я уже прошел, вот думаю делать по ней коротенький летсплей и вообще длиннющий в прохождении всей игры. Но это вам решать, сейчас я вам покажу геймплей и все такое. А, блин, автосохранение кому-то нужно. Загружу постарше сейф, потому что вот этот сейф это уже вообще конец игры. Ну, на Кубу поедем или как? Флорида, Куба. Давайте на Кубу. На Кубе мы там убили Фиделя Кастро. Ну, почти, мы его там только ранее. Извините за спойлер, но это просто власти, сюжет бич. Идиотский. Так. Сейчас мы, наверное, все-таки в Кубу поедем. Ой, то есть не в Кубу, а во Флориду, да. Вот мои напарники. Они там всякие вещи интересные делают. Как на меня так смотреть? Да я помню, что пора смываться. Да вообще. Так, доходы у нас. Тут смысл такой же, как в первой части. Захватываем. Ракетируем. И все. Вот и все. А, не, они уже защищают казино Империал. Ну да, еще на нас нападают иногда. Где та тетка, которая предоставит услуги, так сказать, полетов. Мне надо во Флориду. Во Флориду мне надо. Вот самое прикольное в игре, что там аж 3 города. Где эта тетка, которая продает билетики? Тетка. Тетки нету. Я пошел. Может, я сам могу водить самолет? Без этой тетки. О, нет, я не могу. Да. Тут еще к тому же можно создавать своего персонажа. Только это довольно скудно настройки тут. Сама козел вонючий, поняла? Мила тетка. Сара Ариетта. Да еще к тому, что генерируется билет, так. Сеньор. Имена прикольно. Приятного полета. Да, приятного полета. Все, мы прилетели. За 3 секунды. Каких утомительных вообще перелетов. О, смотрите, атака клонов. Да. Смотрите, как весь они разлетаются в разные стороны. Ой, вы упали, извините, я не знал, что умеете падать. Я думал, вообще можете стоять на ногах весь день. Да, все в наших руках, поняли? Единственное, я вас все равно могу убить. Все, че, само убийцу. Ее. О боже, у тебя кровь. Ну сдохни уже. Ну пожалуйста. Ни последних слов. Все, сдохни. Ни последних желаний. Экзекуция это вообще для меня непонятная вещь. О, господи, все, я пошел от полиции убегать. Сюда. До свидания. Один только заход в безопасную квартиру, и все, вы опять розыск потеряли. Так что давайте веселиться. Будем сейчас захват что-нибудь. Охей, попробуй меня поймать. О, блин. Не, я тебя за руль не пущу никогда. Потому что у тебя только одна рука. А другая занята пистолетом. Стреляйте, поняли? Намеку не поняли, да? А, все, давайте, стреляйте по ним уже. Пыщ. Да, все нападающие, то не казаты убиты. Мне как-то не эпично. Движок Saints Row 2. Моего любимого Saints Row 2. Вот тут даже прыгать нельзя. Я не понимаю, почему эту возможность убирает. Кстати, если не заметно, что это движок Saints Row 2, попробуйте убить человека. Он сначала, конечно, в конвульсиях сдохнет, пока он в вагоне, а потом уже трупик будет, как обычно, комично подпрыгивать. А, о господи, милосердный. Что мне делать? Ждать, когда машина сама закрется? О, ох. Отста... Ну все, машина закрется. Еее, бежим отсюда. Окей, привет. Я вас ждал. На. Тут очень долго можно убивать врагов, если не стрелять в голову. Можно вот прям так, как раз в фильме, расстреливать до бесконечности. Пока не сдохнет, блин. Так, дробовик беру, все, на штурм идем. Тут, кстати, такие однообразные здания, как и в первой части. Нате. Зря ты работаешь на этого идиота. Очень однообразные. Вот эту картину, вот эти полочки увидеть, наверное, 500 тысяч раз. Заряд. Да, заложи заряд, чувачок, пожалуйста. Мне взорвать тут все? Нет, не взрывай, я обману тебя. Хе-хе-хе-хе. Ладно, скажи, если кто появится. Никто не появится.
Пыщ-пыщ-пыщ. Туч-туч-туч. Пыщ-пыщ-пыщ. Все, таймер заложен. Сейчас мы закрыли эту... как бы стену. Видишь его? Давай туда. Плохо ремонтирую стены, дорогие мои. Берегись, у них тут... Кабыма! Все, поехали. Короче, я не знаю, я думаю, не буду делать прохождение из-за того, что это игра однообразна. Хотя я ее полностью прошел. Но из-за того, что прикольные перестрелочки. Так что игру можешь посоветовать. Жестоким увидим. Очень жестоким. Очень-очень-очень жестоким. Да офигенно жестоким. Влепил между глаз. Да не надо лепить. У нас пластилина нету все равно. Влепять между глаз, блин. Кто вооружен? На! Вот ты был вооружен. А я нет. Я не видно, блин. Они нападают на казино Хавана. Сейчас нам надо назначить защиту, блин. В команде стоять на страже. Успех ваших людей довольно высок. Мне пофиг. Главное, чтобы защитить. Окей, окей, окей. На тебе! Вот ты сейчас они упадут и вращаются в гэгдол. Только после этого. Че бросать-то? Я ничего в руки не брал. На! Ау! Твою ж, господи. О, господи. Где вообще? Да, какие классные трупы тут. И они сразу исчезают. Это вообще полный капец. Я не знаю, как это... как через какое место эту игру делаю. Тут движок Saints Row 2, но зато тут... Вот анимация, все такое-то... Из первой земля части все. Приходи в себя, парень. Ну давайте, и вылечи меня, пожалуйста, пожалуйста, ну лечи меня. О, круто. В упор стреляешь. Молодец, блин. Ну сдохни уже, пожалуйста. Ты телепортируйся ко мне, думаешь, ну ты вообще. Так легко я не сдамся. Молодец, наконец-то у меня живи. Через 3 часа. На. На. Да блин. Очень весело. Поднимаемся наверх. На тебе. Сейчас мы будем выпрашивать у владельца денег за крышу. А где? А мы как раз на крыше будем выпрашивать деньги за крышу. Ха-ха-ха. Охей, привет, я тут. Гарри Круз, блин. Можно его избить? Лучше не дергайся. Лучше не дергайся, коммуняга. Отдохни. Можно у него слабое место найти, только я его не нашел у него. Так что, на! Его сюда, ко мне. Так. Я буду тебя украшать гранатометом. А, нет, у меня нет гранатомета, извини. Мне нужна доля со всех твоих операций. Да, со всех твоих операций, понял, чувак. Тебе нужно мое заведение? Бери. Не, оно мне не нужно, просто мне проще захватить это заведение. У меня даже задание такое, уничтожить всех 7 противников. Потом, когда вы выполните, вы прибьете стрекашку и все, мы прошли игру. А после финальных титров меня выкинуло. Это капец. Так, охрана, вот вам. Это, короче, игра веселая, однообразная. Наебите ее. Я ее прошу только с того, что я уже надоел играть в другие клоны GTA. Так-то игры получше бывают. Saints Row 2 все-таки лучше. Скоро продолжу прохождение Saints Row 2. Я могу сказать, что уже... Спасибо за просмотр. Это с вами был Айдар95. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте оценки за этот довольно тупой летсплей. Пока. А не, хотя давайте последок поломаем стекло. Еее, стекляшки вот тупые. На, на, на. Я вас уничтожу. В клочья. Извините. Всем пока.